Сегодня мы поговорим о такси. Какое такси лучше использовать в Мехико-Сити. Про Канкун я не говорю, там отдельная страна, отдельное государство с отдельными расценками. Здесь, в Мексике, есть два вида такси. Посадка в наиболее дешевую стоит около 8,9 песо, 8,7 песо. А в другое посадка будет стоить от 23 до 34 песо. Но это будет машина поновее. Сейчас я использую Chevrolet. Такой не очень новый, но это вот стандартная машина здесь, в Мексике. Поездка по городу в среднем обходится не больше 50 песо. Вот, сейчас вот еду как раз в этой машине. Такая вот машина. Обязательно смотрите, чтобы включили счетчик. Вот он находится. Такой вот счетчик. Вот мой водитель. Вот такой вот автомобиль, который можно использовать для поездок по Мехико-Сити. Ребят, также можно использовать метро. Метро поездка стоит 5 песо. Я, наверное, не буду спускаться в метро. Там жарко сейчас. Вот, но такая возможность тоже есть. Если у вас совсем нет денег, то можно ездить на метро. А сейчас я делал видеоролик по поводу жилья. Это был хостел за 800 рублей российских в сутки. Ну и в ближайшее время буду делать видео о том, где можно покушать, где я, во всяком случае, кушаю, сколько это стоит, там разные кухни и так далее. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Привет вам из мексиканского такси, из Мехико-Сити. Всем всего доброго.